ну, делать эти, ну, вот шпажки это, чтобы он не косился. Зажигалки подпалил. А не, она с той стороны 60 стоит. Вот она сделала, это все я сама летела. Давай, Машке передавай. Смотрю и никак не нагляжусь я на эту красоту. А быть может я дурак, размечтался просто так. Но подмигни мне хоть разок, на Бора-Бора отвезу. Тетя Тотти, хаски рейнджер, ты моя Мадонна. Шурик, и ты потанцуй. Это девочка-бандитка, улыбка, на трос. После учебы сбросит дерзкая проказница, нежно мило дразнится, я в погоне за тобой.
Я говорю, малинка, крутит голова и залетает в дом. Такая грустинка, голодная кандинка, лопает глаза, я убрал в потолок. Я говорю, малинка,
где-то вес. Я хочу тебя обнять.
Ой, я знаю, да. Так юбинка не включаю полностью песню. Такой интересный. Нет. Серии занимать, словно все сговорились вдруг, каждый хочет тебя обнять, только счастье душа полна, и не важно, что на дворе. Жизни все будет хорошо, так что просто с ума сойти. Почему в Беларуси все плохое питание такое? Отличное питание. А почему такие толстые? Сыр! А ну, с мамой консультации. Как он умеет? Не такую. Какая женщина, не такую.
С утра до вечера зевать.
Вот сиди, собрались в гостинетке и бабка, посетить знакомые места. 8 чемоданов взяли, обувь, тряпки, правда, все из Красного Креста. Ну а на Алтай, когда приеду, и на русском языке с трудом, всем друзьям, соседям скажут бабка с дедом, за границей хорошо живем, за границей можно жить, и нисколько не тужить, им на возе не торчать, много денег получать, там живут себе завод, там не нужен огород, можешь рот не закрывать, с утра до вечера жевать. Можно рот не закрывать, с утра до вечера жевать. И живут все без забот. Собираемся, всего нам сказать сейчас. Давай.
Опоздал, давай! Меня пошла! Другая зажигает, давай! Я хелю! Я уже больше не знаю, что это за мной петь.